Так, добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас распаковка. Пришли туфли повседневные. Заказывал их за 1000 рублей. Плюс мне вернули доллар на ПМ-сервисе. Так что подключайтесь. Гарантируемый возврат за каждую покупку. И оцените качество видео. Кстати, новый фотоаппарат, потом я покажу. Запакована вон как удачно. Такой китайский воздух. И без коробки, соответственно. Не знаю, можно было ли здесь заказать с коробкой. Кстати, ну, немножко пахнут. Шнуровка. Тут все проклеено. Все померяю. Заказывал 42 размер. Как обычно китайский надо заказывать на размер больше. Вот как раз по ноге. Сейчас я покажу. Довольно удобно. Дышащие такие. Туфли на работу. Заказывал как-то на Китае тоже сайт. На китайском сайте туфли. 2 года проносил. Тоже для работы, на улице у них. Сорок второй размер. Кстати, шнуровка здесь, как я понял, чисто для красоты. Немножко может подтягивать, да, подтягивает, но она в основном для красоты. Здесь вот даже размер указан, 42. Ссылка будет в описании, также ссылка на APN-сервис.